Друзья, с вами Юрий Антощук на Херсонском медиаканале TV Union. И у нас сегодня в гостях Леонид Ежуров, который расскажет про кинофестиваль «Херсон Документ», который будет проходить в этом году уже второй раз. Ну, туда или обратно, то есть если самым дословным воспринимать, да, то есть стоит ли выезжать из Херсона? Но мы хотим увидеть работы не только, которые отвечают на вопрос миграции, да, почему кто-то остается, а кто-то все-таки бросает все, даже если нет никаких особых накоплений, уезжают из города и пытаются там найти свое счастье. Мы хотим все-таки, чтобы работы были и посвященные каким-то обыкновенным жизненным выборам человека. Будет два мастер-класса. Один подготовит кандидат социологических наук Николай Гаманюк, посвященный использованию социологических исследований в документальном жанре. Наташа Ткачева подготовит доклад по поводу актуальных проблем, которые поднимаются в херсонских СМИ. У меня специфические предпочтения. Я вот страшно люблю кинорежиссера Майкла Мура. Из украинских мы как раз привозили режиссера, фильмы которого я очень люблю, это Роман Бондарчук, который еще и является, в общем, выходцем из Херсона. Кому интересно, что же получится из нашей затеи, я хотел бы очень пригласить вас 15 февраля. Но об этом мы опять-таки будем в социальных сетях своевременно извещать. На финал киномарафона, где можно будет увидеть все работы участников, которые были закончены своевременно.